Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И сегодня у меня опять для вас новиночка. Вот такая вот чудесная композиция в корзине. Состоит эта композиция из трех роз. Розы красные, два полураспутившихся бутона, которые вы уже плели по зимней композиции. Если кто не видел мастер-класс, пожалуйста, на моем канале есть мастер-класс по созданию зимней композиции из бисера, три части. А вот эта вот роза, она уже более распушенная, скажем так, распустившаяся, поэтому здесь уже небольшие наработочки будут другие. Также в состав этой корзины входят 4 хризантемы, 3 с этой стороны и 1 вот с этой, белые кустовые хризантемы, 3 веточки с листочками и 5 больших листиков. Сейчас я покажу вам эту корзину со всех сторон. Вот так вот она смотрится, если я присяду. Поднимаемся плавно. И сейчас я покручу ее. Так, вид сзади. Я декорировала эту композицию двумя видами мха и двумя разными цветовыми гаммами. Темно-зеленый и светло-зеленый. Также опять мы вернемся в исходное положение, это центральная часть. Пожалуйста, пишите в комментариях, если вы хотите мастер-класс по этой композиции. На этом мое ознакомительное видео закончено. Надеюсь, вам понравилась моя новая работа в корзине. Пожалуйста, ставьте свои лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока-пока, до новых встреч!